Да, я их вижу. Разберись, наш новый партнер привез с собой проблемы. Двое ребят в подземном гараже. Ну что, пора на вечеринку. Всем привет, дорогие друзья и любимые подписчики! С вами Гидеон, и это четвертая миссия моего прохождения игры Stranglehold. Ну что же, продолжим. Я думаю, выберу на этот раз уровень средний, чтобы не слишком заморачиваться. Я думаю, этот уровень будет достоин для этой миссии. Лок мертв. Мега уничтожен. А ты хочешь, чтобы я остыл? Сделай одолжение! Убей себя! Я слышал, сегодня у тебя стало меньше народа в Гонконге. Просто сокращение штатов. Я работаю эффективно. Готова исполнить обещание? Я сказала, что сделаю. Но если с головы Тека упадет хоть один волосок... Не угрожай мне. Лучше о себе думай. Ну, значит, все будет так. Не гони лошадей. Ты должен увидеть мой музей. Он добавляет в мой бизнес нотку стиля. Я здесь не за тем, чтобы глазеть на хренов музей. Мне надо увидеть... Мое предприятие. А музей — его часть. Да, я их вижу. Разберись, наш новый партнер привез с собой проблемы. Двое ребят в подземном гараже. Ну что, пора на вечеринку. Судя по карте, здесь то самое место. Думаю, он снимает пентхаус. Вонг хочет быть в курсе. Я все еще под прикрытием. Пусть и дальше верит, что я работаю на него. Главное, чтобы ты сам видел разницу. Я займусь нижним уровнем, ты иди наверх. Дай знать, если увидишь Тека или Билли. Так, что ж, начинаем. Что-то как-то недобро улыбнулся наш напарник, который отправился на верхний этаж. Мы видим, там у нас есть снайпер. И с каждой стороны у нас... Да, и наше укрытие уже практически разрушено. Отлично. Так, этих мы перестреляли. Но... Да. Нам нужно снайпера уничтожить, потому что это цель номер один. Ох, да сколько же вас? Как это кошмар. Yes. Так. Возьмем оружие, подлечимся. Ах, вас сколько же тут, а? Вы прям лезете и лезете. Как не угомонитесь. Отлично. Да, конечно, в гробу увидишь ты меня. Я тебя там увижу. Дробовики в упор. Вот это мне не очень нравится. О, машина горит, отходим. О, чуть не подорвали. Фургон сейчас взорвется. Так, этого взрывом убило. Фу. Машины здесь взрываются, это вообще плохо.
Ой, это сейчас тоже, наверное, рванет. Или уже рвануло. Не пойму. Так, дробовик. Надо взять что-нибудь получше. Еще дробовик. А, вот, штурмовая винтовка. Ага, отлично. Продолжаем в том же духе. Да. Подохни. Зараза. Ух ты! По двое вас вылезает здесь. Совсем неудобно. Ой, я тебя добью, не мучись. Я великодушен. Противостояние. Ага, там у них этот, как его, бачок огнетушителя. Сейчас рванем его, если успеем. Есть. 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 Все готовы. Так. Только так. Ах ты, зараза. Винтовка кончается, остался дурацкий дробаш. Давай, 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 давай. Нужна винтовка, вот. Вот винтовочка моя. Вот она моя хорошая. Нифига, сколько вас там. Нифига, сколько вас там. Готов. Ох ты, ёлки-палки. Бам! Получи, гадкий снайпер. Как же я вас ненавижу. Ха, у него куртка СССР. Ух ты, полечимся, полечимся. Полечимся. Так, мне немножко оружия необходимо. Это дробовик. Аптечка. То, что надо. 9 патронов в винтовке, это не очень хорошо. О, вот здесь у нас еще винтовочки. Еще один. Еще один. Да сколько ж вас? Просто кошмар. Подохни. Да, 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 да. Получи. Ух ты, ё-моё. Сколько ж вас здесь? Ну что же, я думаю, самое время для вихря. И никого не стало. Нет. Ты откуда взялся? Блин, я всех должен был убить. Ладно. Аптечку возьмем и погнали дальше. Хватит убивать. Я только начал. Хочешь, чтобы Джерри стал следующим? Пойдем в пентхаус поболтаем. Ну что же, мы едем в пентхаус к русскому. У него тут, я смотрю, целый герб, все оформлено. Да, наверное, это тот пентхаус с минами кошмарными, если я не ошибаюсь. Где Джерри? Рядом. Он говорит, ты пришел за Билли и Тека. Именно так. И что ты готов ради них пройти через все круги ада? Я прав? Добро пожаловать в ад. Ах ты говнюк. Ничего, мы пройдем через все. Пройдем через все, что потребуется. Да, и это как раз тот момент со всякими лазерными лучами, которые
есть способ только один пройти их. Их нужно обрушить на них что-то, чтобы, соответственно, эти лазеры пересек какой-нибудь предмет. Как, например, сейчас было. Я скинул фонарь сверху на него, и они взорвались, эти лазерные хрени. Вот, да, типа этого. Что эта фигня, конечно же, ваншотит. Он тут гербы российские. Выпрыгиваем! О, я их уже убил. Главное мне не залететь в луч. Ох ты! Так, чуть-чуть отступим. Главное, он же сказал, поболтаем. А где же разговоры? Я только все разрушаю, а не болтаю. Ух ты, ё-моё. Так, а здесь у нас что? Здесь улица вообще, ничего себе. О, золотой пистолет. Ну чё, я думаю, нам пригодится. Главное, не израсходовать его. Так, сейчас мы поглядим, чё... Ух ты, нельзя так делать. Давай! Всех постреляли. Я там что-то еще обрушил. Тихо. Тихонечко проходим. Через стеклянные эти штучки. Че? О, да! Это именно то, чего я добивался. Готов. Еще один. Нет! Нельзя, нельзя расходовать. Нельзя расходовать. Отлично. Берем винтовочку. Заряжаемся. Мало что. 100 патронов всего жалко. Ух! Вот это взрывчик. Там еще один луч остался. О, еще и здесь. Бум, да, все повзрывали. Отлично. Так, главное здесь не нарваться, не нарваться, конечно же. Так, куда идем? В лифт, что ли, или что это? Тут как-то дальше надо. А, ну, да. Вот так вот надо пройти. Ух ты, надо было просто подождать, они сами все прострелят. Ух ты, ё-моё! Я не ожидал, не ожидал, что тут можно так пройти. Ух! Нормально, нормально прорвались. Так, а это у нас что? Эти мины не взрываются, если я... Нужно подкосить этого и... Это что, Сталин? Это, походу, статуя Сталина. А это Ленин. Отлично. Сейчас обрушим на него. И все. И даже убивать вас, дураков, не надо. Втроем тут легли. Так. Смеяться последний. Нет, для тебя есть кое-что интересное, друг мой. О, нет. О, нет. О, нет, о, нет. Это же вертолет. Да на! Нифига себе! Вот это он дает. Yes! Вылетел нафиг. Все, свободен, вертик. Лети за следующим дурачком. Ой, и эти тут. Готовы.
Так, я тут пролезу? Или нет? Просто не понимаю. Сейчас дробовик возьмем, узнаем. Вот, да, должен пролезть. А, нельзя тратить, нельзя. Мои драгоценные. Драгоценные пистолеты. Еще вертик. Ой-ё. Ну, как мне вот выйти на прострел, дурак? А, вот, вот здесь вот. Ух ты. Слушайте, ну сурово вообще больше. Да, что ж с тобой не так-то, а? Не дает выйти на прострел. На! Да! Свободен! Так. Еще один, что ли? Или что, я не понимаю? А, нет. Дверочка открылась. И эти глупцы полезли. Ух, ё, они сверху. Ленина на тебя не хватает. Давай, падай. Давай, залезай. Yes. Так, этих мы пробили. Идем дальше. Главное не нарваться. Еще золотые пестели? Хорошо, вы меня бережете прям все. Надо бы еще что-нибудь пообрушить. Слушайте, они меня сейчас прострелят, все мое укрытие. Где ты там? Отлично. Есть, по одному у вас будет. Живьем, брат, демонов. Сочный взрывчик. Пускайте его отсюда живым. Тихо. Как бы нам на эти еще не нарваться. Каждая эта штука смертельная. Это аптечка у нас тут. Прошли на аптечку. Так, идем дальше. Кто-то нас простреливает. Ух ты, вот это град пуль в нас летит. Так, как эту штуку обезвредить? Даже не знаю, видимо... Нет, я туда прыгать не хочу, я упаду. Как нам эту штуку обезвредить? Мины стрелять не получится. Да, не получится. И в эту штуку тоже. Надо что-то обрушить. Что же мне обрушить? Вон они как разрушаются хорошо. Блин, ну я даже не знаю. Жесть какая-то. Было бы что-нибудь, я бы так столкнул и затолкал как бы туда. Не туда падаешь. А, вот что. Все, вот оно, вот как здесь пролезть. Вот так вот. Ты, елки-палки. Ну что, еще полезете? А, черт! Что мне надо сделать, чтоб ты сдох? Ха-ха, убить меня, дурень. Так. Идем еще выше. Самое логово к этому говнюку. Расслабляющая музычка перед битвой. По-твоему, это ад? Это только разогрев. Ну что же. Ух ты. Там и до меня была куча дерьма. Так, плохо.
Плохо. Здесь все в минах, я помню это. Здесь все в минах. И обрушить-то, в общем, нечего. Мне нужно идти, собственно, по тому пути, по которому мне сказали. И гнать его, гнать его. Дальше и дальше. Так, как мне это пройти? Ох. Перепрыгнуть, наверное. Или я смогу? Да, я смогу по этой пробежать. Где тут кто? Так, он снизу. Да, он снизу. Снизу на меня. Тебя даже полномочий здесь нет. Фух. Время, он здесь пустую. Не задерживается надолго. Ты никогда не спасти своих пап. Это мы еще посмотрим. Поэтому мы его гоним и гоним. Мне нужна винтовка. Отлично. Зарядились винтовкой. Сейчас он, похоже, включит и эти мины. Вот здесь не все просто включены. Ух ты! Кого-то мы там убили, и он упал. Сейчас я вот здесь пройду. Угу. И он включает луч этот. Фух. Прошли. Я покажу, как моих родичей обижать. Надо вот эти штуки крутить, чтобы взрывать эти лучи. Да, вот так вот. Вот так вот. Родичей твоих обижать. Не тупи. Моих не надо было обижать. Все было бы у тебя путем. Так. Отлично. И здесь мины. Конечно же. Давай, сваливай отсюда. Сваливай, я сказал. Ах ты гад. Ну все. Заряжаем золотые пистолеты. Твое время пришло. Ну что ж такое? А он что-то не это, не реагирует на мои золотые пистолеты. Он на них вообще не реагирует, да ему плевать на них. Еще жив? Это конечно, я еще исправить. Жив, гад такой. Так, ладно, я понял, здесь... А, все, отключил он свою гадость эту. Проваливай. Главное сейчас на мины не нарваться. На мины не нарваться. Спиной. При отпрыгивании. Фух, так, сверху. Где аптечка у нас? Здесь должна быть где-то. Здесь винтовка, еще зарядимся. Да ты достал меня, Влад. Вот аптечка. Фу, и так теперь нам нужно через это пройти. А, здесь... Включаются и отключаются через определенное время. Так, этого мы уделали. И Влад, конечно же, продолжает нас гнать. А мы его... Это тебе не с ложками из золотой трости тягаться. И что дальше? Эти-то отключатся? А, вот куда нам надо. Так, тихонечко, не спешим. Этого убили. Ух, ё-моё. Здесь как-то через это, что ли, надо пройти? Ждем. Фух. Так. Прячемся. Тихо. Укрытие не очень хорошее место вообще.
здесь. Так, это мы прошли. Нет, пистолеты не тратим. Да у меня уже 26 патронов для золотого. Вообще красота. Так, у меня узихи сейчас. Узихи быстро расходуются. Зато такой свинцовый дождь устраивают. Просто отличный. Так, винтовочку берем. Куда ж без нее? Ну, отправляемся дальше за ним. Мы что-то по кругу, похоже, прошли. Зато теперь можем пройти дальше. Главное помещение. Противостояние. Ну что же, готовьтесь к смерти, уроды. Одного не успел. Yes. Куда ты, псих? На вертолет, что ли? Ну точно. Угу. О боже, еще есть ракетниц. Вот это да. Вот это вот неплохо вообще. Так, сейчас. Ну все, заряжаем пистолеты. Ну гад, получай. Получай, 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 получай. Ох, тихо, тихо, тихо. Ух, ёлки. Как же быстро он нас отстреливает. Где бы нам что-нибудь... О, ё. Скорее, на ту сторону. О, мы нашли пулемет. Ну все, урод, у нас есть тяжелый пулемет. Ух, ё. Давай, получай. Получай, получай. Ха-ха-ха. Попадешь. Попадешь. Попадешь, не попадешь, не попадешь. Ой, зато можешь убить. Так, тихо. Что мне делать? Что мне делать? Как не быть? Как Марусю полюбить? Что мне делать, у меня нет ничего, кроме стандартного пистолета. Ну получай же. Опять ты. Возьмем теперь узихи. Ах, ты еще и прикрываешься от меня. Вот гад. Где шквальный огонь? Шквальный огонь, Влад! Кошмар, а? Так. Я не знаю, что мне делать. Я очень сильно надеюсь на то, что у меня будет там еще один пулемет. Но его тут нет. Понимаете? Нет его тут. Я пытаюсь добраться до аптечки. Да. Получай, 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 получай. Получай, 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 гад. И еще одни пистолеты забираем. Ух, гад. Я доберусь до тебя. Да. Ну что, друзья, мы прошли эту миссию. Причинен урон 27 миллионов, и мы получили рейтинг А, что является довольно хорошим рейтингом. Что ж, надеюсь, вам понравился этот 4-й уровень игры Stranglehold. С вами был Гидеон, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, вступайте в группу ВКонтакте, рекомендуйте друзьям. Всем спасибо и до следующей миссии.